Наконец-то, господи. Господи, ой, это реально страшно. Короче, какой-то пацан с ножом бегал в школе. У нас прям учительница держит дверь. Девка она забегает. Они пырнули девку, и она выбросилась со второго этажа. И сейчас у нас просто горит школа. У нас просто все плачут. Вот приехали пожарки. Это вообще очень страшно.